Всем добрый день. Значит, сегодня 5 июля. Можно сказать, едино лето. Вот, на часах почти 4 часа. 5-4. Вот, ночами 14 градусов. 15. Я встал. Было 13, как бы. Вот, ну 16 градусов показывает. Почему так рано? Значит, температура разгоняется до 37, но 38 градусов днем. Это в тени. Вот, поэтому тяжело и пчеле. Я вот сейчас тут выйду, покажу. Она даже в такой температуре не залазает. Ящики. Сейчас я вот камеру попробую навести. Они, ну, не в состоянии провентилировать, в общем. Поэтому и мне будет легче на откачке, и пчеле легче. Соответственно, пару дней качаем и сваливаем на кориандр. Нашли мы кориандр, 600 гектар. Вот. Здесь взяточек идет, но мои весы упали до 500 грамм вчера, а вот те весы показывали кило 800, ну а те вот больше двух. Вот, хотя упали они с 6 килограмм за пару дней. Вот, поэтому откручиваем. Ближайшие 12-13 часов быстрого активного бега, работы. Вот такие вот дела. Всем удачи! До новых встреч! В течение дня я буду показывать интересное то, что найду в ящичках. Вот. Надо начинать работать.